Здесь описана смерть Рагнара Лодброка. Marco,
приветствую. Что предложишь сегодня? У тебя есть для меня заказ? Новый день, но... Один из наших поставщиков попросил разыскать кое-кого. Надеюсь, торопить не буду. Мне пора. Удачи. Да помогут тебе боги. Стань моими глазами, Сюнин. Ну! Я! Что привело к этому?
Что видишь, Сюнин? Тебе покинуть Мидгард. Покажи мне все. Здесь мне точно не рады. Thank you.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Могут тебе нормы. Thank you.
Здесь лучше не шуметь. Тебя боги. Сюнин, укажи путь.
Осмотрись, Сюнин. Thank you.
Похоже, та самая из письма о Рагнаре Лодброке. Рагнар был в этой клетке. Место заброшено, будто его использовали лишь раз для обряда. Это здесь. Вот где Рагнар Лодброк встретил свою смерть. Здесь он лежал, ногой и весь в крови, по капле стекавшей в яму. Величайший Дрэнг стал добычей короля Эллы. Я видел этот день уже не раз. Бальдр припас для меня мед. Я с легким сердцем отправляюсь в край героев. Терпя их насмешки и унижения, он сохранил честь. Трусы бросили его змеем. Эти негодяи боялись больше, чем он. Я встречаю смерть, терзаясь жаждой. Мою славу не стереть. Она будет жить в сердцах тех, кто сражался вместе со мной. Он стоял среди змей и говорил от лица всех, кто знает цену чести и отваги, кто живет ради одной только славы. Если б поросята знали, каково сейчас мне, старому кабану. Ты их увидишь, Элла. Они придут. Они пришли слишком поздно. Воины Рагнара горячо любили его и были верны клятве. Я отправил твоих дрэнгов к тебе, конунг. Вы снова будете вместе. Место, где он пал. Здесь что-то блестит. Там в яме что-то есть. Неужели никто не заметил?
нож Рагнара. Сакс из дамасской стали. Здравствуй, Эйвор. Мне нужно сделать пару изменений. Пока все. Мне пора. Удачи. Никогда не слышала ни о каком герое реки. Даже не знаю, что сказать. Лучше спроси у Эйвора. Сунева, незнакомец. Что привело тебя сюда? Вагна и его дружина — охотники за сокровищами. Они хотят поселиться здесь. Для этого не надо золота или серебра. Только лишь верность и честный труд. Но золото тоже хорошо. Рад встрече, Эйвор. И тебя ждут не только драгоценные металлы. На вид мы усталые оборванцы, но знаем тайные пути вдоль берегов Англии, где можно найти много ценного для Рейвенсторпа. Хочешь раскрыть их нам? Почему? Когда стол уже ломится от яств, надо созывать друзей на пир. Вот и нам нужны друзья. Я все тебе покажу. Как починим наш корабль, вместе пойдем в набег. Спасибо за предложение. Я согласен.
Как тебе наша пристань? О, к такой дракар привезти приятно. Приходи ко мне, когда будешь готов выступить. Ну что, поднимем парус? Да, я готов. Идем в набег. В первой вылазке используем мою дружину. Так проще будет показать, что ждет на берегах. Позже можешь отправлять на пути, которыми мы пройдем, своих йомс-викингов. А мои отдохнут. Этой реки нет на многих картах. Мало кто знает, как по ней пройти. Но йомс-викингам ведомы эти воды. Мне говорили, здесь римские торговцы тайком возили свои товары. Якобы тут было просто прятать следы. Столь не... Можно грабить соседей, и они не догадаются, что это. Мирные селяне. Не богачи, но они... И если воинам нужна провизия. Они подчинятся вожакам. Закормим же ворона! Громко и уверенно. Мне тут нужна помощь!
Кажется, это все. Надо возвращаться на корабль. Хватит! Идем на корабль! Опаснее драки в таверне. Будь начеку. В лагерях ниже по реке заметят дым от пожаров. Чем дальше, тем серьезнее будут стычки. Поднимай парус! Смотри, военный лагерь. Там можно найти припасы. И не только, если... Бой будет тяжел, но это не важно. На бег! Помогите! Я сам не справлюсь. Кажется, что тут Санна. Нужно отвезти в поселение. Идем, мы тут задержались. Huh?
думал, ты будешь сражаться вместе с нами. Ждешь боя посерьезнее? Я нынче больше правлю дракар. Поднять парус! Воин, а не сражается. Знаешь, когда много лет получаешь одну за другой тяжелые раны, все начинает так болеть, что с кораблями сойти. Ладно, вперед. А я бы уже возвращался в Рейвенсторм. Да это уже не знать, как будешь готов. Thank you.
Ох, и славно погуляли. И добычи не меньше, чем я обещал, да? Как думаешь, хватит припасов, чтобы кое-что построить? А что тебе нужно? Место, где можно отдыхать. Зал воинов. Не хочу беспокоить Эйдис и других. Ты знаешь Эйдис? Слышал о ней. Говорят, Эйдис славная воительница и наставница. Не хотелось бы ей мешать. Ясно. Что ж, места у нас хватит. И мы построим зал, как только соберем нужные припасы. Эйва, я хотел рассказать тебе о наследстве святого Георгия. Еще одна невероятная легенда? О, да. Говорят, что наследство святого, утерянное сотни лет назад, разделено и спрятано по всей Англии. И никто не знает, где сейчас хоть одна часть столь великого сокровища? Не знал до недавних пор. Но я слышал много разговоров о нем. А теперь мои лазутчики нашли карту. В легенде о Георгии говорится о реках Северн и Экс. Что ж, там мы и будем искать. Тайники могут быть и в других местах. Мы точно не знаем, так что гляди в оба. Я даже не уверен, существует ли этот клад вообще. Хочешь выяснить? Да, неплохо бы. В путь. Удачи. Пойдешь с нами в набег? Добро пожаловать в зал Йомсвикингов, Эйвор. Теперь у нас есть где собираться и делиться историей. Здесь можно нанимать Йомсвикингов. Со временем сюда прибудут умелые бойцы. Лучшие из лучших.